Важная задача, которая стоит сегодня перед детскими садами – приобщение малышей к спорту и здоровому образу жизни. Для этого и проводят подобные соревнования. Наряду с малышадой воспитанники детских садов принимают активное участие в зорничке и эстафетах «Мама, папа, я» – спортивная семья. Вы бы видели, как радуются дети, когда они выигрывают. И даже когда они проигрывают, если раньше они плакали, сейчас они дают себе установку на победу в следующем этапе соревнований или в следующих мероприятиях. Малышада 2018 собрала самых сильных и ловких ребят из старших и подготовительных групп 5-го, 41-го, 30-го, 19-го, 43-го и 16-го детских садов. Сегодня мы очень удивлены в этом году. У нас в финал не вышла наша команда 44-го детского сада, которая на протяжении 4 лет становилась призером, победителем областных соревнований «Малышады». В этом году по каким-то причинам для нас неизвестным они не вышли даже в финал. Ну, значит, другие есть претенденты, другие команды более подготовленные. В финале ребятам предстояло пробежать 6 эстафет. Малыши демонстрировали хорошую физическую подготовку, скорость и выносливость. С удовольствием участвовали во всех соревнованиях, болели и поддерживали игроков своей команды. В результате самыми быстрыми оказались воспитанники детского сада номер 30. Мы очень долго тренировались, и когда мы четвертый раз победили, вот тогда я почувствовала счастье. Сейчас воспитанники 30-го детского сада приступают к усиленным тренировкам, ведь весной следующего года им предстоит отправиться на областной фестиваль «Малышада», где они встретятся с сильнейшими командами других городов и районов Нижегородской области. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.